столице Чувашии сейчас одновременно реконструируются сразу несколько участков дорог, имеющих важное значение для транспортного сообщения. В национальном проекте на этот год в Чебоксарах обозначено 15 объектов. Это и, собственно, проезжие части, и тротуары, и внутрирайонные проезды. Повсеместно используются современные технологии восстановления полотна. Это холодная регенерация, и сверху кладется 7-сантиметровый слой асфальтобетона. Активно ведутся работы на Игорском бульваре. После поворота с проспекта Мира дорога была, выражаясь языком автолюбителей, убита. Жители Новоюжного района обратились в администрацию столицы с просьбой отремонтировать ее. Ремонт выходит на финишную прямую. Срок завершения – середина августа. Конечно, ждали. Конечно, всегда рады, когда хорошие дороги. Это и как бы настроение такое хорошее получается. Меньше нервничаешь, меньше, наверное, аварий. По проспекту Ивана Яковлева от Новоюжного кольца в сторону аэропорта ведется укладка тротуаров, обустройство съездов, установка опор освещения и планировка газонов. В качестве выполненных работ сомнений у специалистов нет. Полным ходом идет ремонт моста и путепровода по проспекту тракторостроителей рядом с гипермаркетом «Лента». На данный момент уже выполнены демонтажные работы. Вы видите, как преображается наш город, как преображаются наши дороги. Ну и, конечно, еще предстоит немало сделать, в особенности в плане дворов и проездов. Поэтому не меньше объем работы ожидает еще нас и в будущем. На 10 объектах из 15 работы уже завершены. На остальных ремонт ведется в ускоренном режиме. В ближайшее время из федерального бюджета дополнительно выделят 340 миллионов рублей для реконструкции 7 дорог. Инна Сапотапова, Бахтияр Вилеев, Республика.